8 офисов МФЦ, действующих на территории Одинцовского округа, готовы начать прием посетителей при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Всего будет задействовано 33 окна, 18 в Одинцово и по 3 в Звенигороде, Голицыно, Кубинке, Никольском и Лесном городке. На данный момент МФЦ смогут посещать по предварительной записи только юридические лица с ограниченным перечнем доступных услуг.